Очень симпатичный отель. Очень красивое место. Ну вот, еще в один я пришла. Отель Лейк Озеро называется. Вот здесь 10 лет назад мы праздновали свадьбу. Это такой отель наверху. Вот сейчас немножко пройдемся, я вам покажу. Внизу это вот, где я вам показала ресторан. Мы отмечали наш wedding day, свадьбу праздновали. Вот здесь, как я сейчас поговорила с этим старшим менеджером, Калиф его зовут. Кстати, я сразу его узнала. Вот, и представляете, 10 лет назад, ну 9, 2010 год, здесь мы праздновали свою свадьбу, я его узнала, я подошла к нему, говорю, вот, хочу с вами спросить, поговорить, а он говорит, да-да, конечно, пожалуйста, и говорит, а я вас помню. Я крайне удивилась, потому что моя-то свадьба была не такая запоминающаяся. Хоть мы и праздновали здесь, но нас было всего 35, по-моему, человек гостей. И, в общем, но он, тем не менее, меня запомнил. И даже сказал, что это я только не помню, я знаю, что иностранка. Я говорю, да я вот работала в Москве в отеле. Он сказал, а, да-да-да-да, теперь вспомнил, почему я вас знаю, что вы русская. Вот. И то есть я сейчас переговорила с ним насчет работы. Вот он сказал, что постараюсь что-то посмотреть, узнать. И, может быть, вот принесите свое CV, в понедельник приходите, будем беседовать. Вот он мне дал такую брошюрку. Вот этого вот отеля. Ну, тут информация тоже всякая разная. В том числе, видите, опять свадьба. Информация, что здесь есть в этом отеле. Ну вот 43 номера, да, он сказал, или 45. Что-то уже тоже путаю. Слушайте, вот зашла, на улице жара, и они почему-то здесь тоже топят. Вот я... Невозможная жара, мне аж в голову ударила. Я не привыкла. У меня-то зимой не топится. А здесь топят летом, ужас. Я прошлась по коридорчику. Я спросила этого Халифа-менеджера, говорю, можно я посмотрю? Ну, раз уж я такая давняя знакомая, он сказал, конечно, идите во все двери, которые открыты, можете заходить и смотреть. Я вам показываю. Это вот очередной такой какой-то банкетный зал здесь. Огромные столы на 9 человек, представляете?
Вот. Раз, два, три, четыре. И сзади меня еще два. Шесть столов. Шестью девять. Получается. Уйма народу. 54, можно 60, до 60 человек здесь усадить. Вот я показываю вид из окошка. Ну вот здесь это лейк. Называется этот отель лейк, потому что озеро. Ну вот озеро, видите, оно совмещено с нашей рекой Медина, и поэтому, когда уходит вода, Медина также совмещена, соединяется с океаном. Все влияет, отливы влияют. И вот уходит вода, и даже из озера, посмотрите, видите, воды сейчас нет. Ну что еще здесь обращает на себя внимание? Вот маленькие, конечно, плазма-телевизоры, а вот еще, вот смотрите, видите, вешалка? Вот она такая, видите, вешалка. То есть тут, наверное, как раз порядка 60 вот этих вот вешалок. И вот что я хочу здесь заметить, то, что я уже вам как бы стараюсь рассказывать разности, то, что отличает Англию от России. Иногда даже сразу трудно вспомнить все такие нюансы, но вот один из них, кстати, перед вами. Никогда ни в каком отеле, никогда ни в каком ресторане в английском вы не увидите вешалку, как у нас. Вот всегда, как говорят, театр начинается с вешалки. И в любом ресторане есть вешалка, номерки. Здесь такого никогда, отродясь, вы не увидите. Не держат они такие помещения для пальто, для какой-то верхней одежды. Вот есть вот такие, вот, пожалуйста, поставили, как когда-то у нас в школе. Может быть, у кого-то тоже были, помните, в классах стояли вот такие вешалки. И здесь также. Вот приходят люди, раздеваются на этой вешалке. Вон там еще одна в углу стоит, если кому-то не хватило. И все. Ничего никто не украдет. Потом это все опять вы одеваете и уходите. Никогда никаких вешалок ни в ресторанах, ни в отелях вы не увидите. И вот я зашла уже в номера. Коридор. Вот такие вот номера, которых 45, как я узнала. Большие современные оригинальные картины на стенах. Вот так вот, видите. Вот такой ресепшн. Тоже довольно современно все. Вот там вот, видите, справа окошко ресепшена. Вот такой информационный стол. Столики на улице. Очень красивый вид. Опять на озеро. Информация о нашем пароме. Red Funnel, красная труба. Ну вот так вот все это выглядит, друзья. Я вышла. Вот показала вам там все внутри. Теперь показываю снаружи. Это дверь на ресепшн. Вот так смотрится полностью этот отель с рестораном. Построен он недавно, он современный. И снаружи, и внутри, как вы видите. Вот. Ну вот говорят, что все эти 40 номеров, когда лето, заняты. Вот такое тоже одно из интересных мест. Это недалеко от Райда. Если интересуетесь, вот кто-то тоже спрашивает, а как далеко? Это недалеко, это в сторону Ньюпорта, наверное, в 2 километрах от центра Райда. Место называется Вутон Бридж. Вот так, это тоже вилладж Вутон Бридж, если уже сказать точно.
А на улице прям что-то похолодало, ветер поднялся. Поехала я, друзья, показала вам я то, что хотела. Пока-пока, всем удачи!